Всем привет, дорогие друзья, с вами я, мистер Найс, сегодня... Так, сейчас, подожди. Сегодня мы продолжаем проходить игру Half-Life 2. Ой, чё это я слез? Он же сказал заводить. Как вы помните, наша прошлая серия опять скучная дорога. Была не такая уж интересная. Ладно, док. Дальше придется пешком. Вдоль утеса ведет тайная тропа, но мы не пойдем туда, пока не отразим атаку. Если вы будете сражаться с нами, это сильно поднимет дух отряда. С радостью. Это что, весь ваш отряд, что ли? Черт! Транспортники на подлете! Чего? Кто? Вот как вы помните, ребят, это была наша 7-я серия. Опять скучная дорога. Сейчас я подумаю, как эту серию назвать. Перед этим давайте посмотрим, кто к нам летит. Это что, мать, мне музыка это не нравится. Особенно как сейчас FPS упал. Мне это не нравится, ребят. Пошли в жопу отсюда. Я же Фриман все-таки. Летит вдоль дороги. А, этот. Это свой. Ошибся. Держите транспорт. Вот транспорт не летит к нам. Твою мать, он не уничтожается. Есть! Чё, съел, да? Урод, вали отсюда. Твою мать, еще один? Приезжай за транспортник! Да твою мать, сколько же вас здесь? Что в этом маяке, кстати? Перед тем, как пойти в маяк, давайте отразим тогда вашу атаку. Здрасте. Чего мы паримся? У нас поздравляться. Чего? Я по нему не попал. Вы это видели? Ложись. Это было что-то. Что ложить? Да сколько же вас здесь? Блин, у меня маг. Маг, у меня совсем патронов не осталось. Что мне делать? Ой, двери, спасибо. Я думал, вы справитесь там с ним, господи. Что с ним там справляться? Ой, аптечки. Ой, от гранатомета. Ой, от гранатомета гранаты. О, как раз то, что мне надо было. Ты чё, съел, да? Да ладно, они чё, не завалили их? Твою мать, как это было близко. Ему чисто повезло, вот ему чисто повезло. Особенно сейчас должен благодарствовать, то что, блин, меня что-то подлагивает. А, я знаю, почему меня подлагивает, но ладно. Давайте разберемся с этим. Я так последнее время заметил, что у Гордона Фримена... Они его не то, что ненавидят, и не то, что они его убить хотят. Они вообще его хотят стереть с лица земли. Ай! Кто это был? Что это за ура... Нет, это... Это этот, только он... Восстал из мёртвых. Что? Ну, жопа какая-то. Ничего. А, это не то. Ну сейчас ты у меня попляшешь. Что это такое? Ребята, теперь нам противник попался какой-то совсем уже. Опасный. Ты получил, да? Серьезно, с двух ударов? Весело. Так, ну вроде все, я, кажется, отбил атаку этой.
Я, кажется, отбил атаку от комбайна. Что дальше? О, сюда, доктор Фриман. Свернем на горную тропу, пока нас не засек штурмовик. С радостью. Пошли. Так. Ну, а сколько мы там бежать будем? Вон туда. И смотрите под ноги. Ого. Черт. А, мне сюда, да? Есть. Я смог. Они что, серьезно? Они машину с собой забрали? Они что, дебилы? А чё они машину с собой забрали? Да что-то не понял. Не-не-не-не, стойте, давайте детали проясним. А хули они машину-то забрали? Ведь, по-моему, по логике было бы лучше бы, если бы они бы эту машину бы сейчас бы утопили бы. Я думаю, так было бы намного бы лучше. Что ж, извини, маяк. Придется мне самому двигаться дальше. Сейчас, ребята, я вернусь. Итак, ребят, вот я вернулся, продолжаем. Эй, ты! Стой, где стоишь! Оставайся на камнях! Не становитесь на песок! Не злите муравьиных львов! Лазло, не двигайся! Нет, на помощь! Игра меня совсем решила добить уже. Ласло, лучший из своего поколения. И такой конец. Да, бедная Зет, конечно, но... Мы направлялись в лагерь вертигонтов, надеясь доставить манку для жуков, чтобы эти хреновины оставили нас в бою. Хреновины. А ты им это скажи. Вот тебе хреновины будут. Ой, он же сказал, на песок не наступать. Давайте попробуем на песок не наступать. Опа! Перед этим мне нужен звук, чтобы я бы знал, наступил ли я на песок или нет. Нет! Черт! Странно. Ладно, я буду использовать этот АР-2. С ним намного безопаснее, потому что она стреляет тупо прямо. Никакого разброса нету такого критического. Я еще сейчас на халяву бегу. Черт. Твою мать. Бежим. Быстро. О. А. Блин. Для Магнума совсем... Для Магнума совсем все печально. Кончается. Чё, плавать не умеете, да? Неудачники. Ох ты ж, твою мать. А! Боже. А! Ну давай, примагничивайся. Уйдите от меня нахрен. Блин, не сюда. Не вот сюда. Отвалите от меня. Вперед. Ой, зачем я это сделал? Твою мать. Блять. Нет. Уйди.
Уйди в жопу от меня. Черт. Он своих нахрен раздавливает. Ты что, тут завис, что ли? Бля. Ой, бля, как это нехорошо. Кто? Комбайны. Еще вдобавок. А перед тем, как разобраться с комбайнами, вначале ты, сука. Ой, это было быстро. Это не комбайны. А это вартигон. Здорово, парень. Иди за нами. Иду. Вернее, бегу. Фримен будет мудр, посмотрев, как добывают феропонды из Мирмидонта. Процесс не очень гигиеничен, поэтому лучше отойди. Срак. Что это за говно? Эти фероподы понадобятся Фримену. Собирай их. Это все, конечно, прелестно, но что это за говно у меня в руках? Вернее, нет, я неправильно вырезался. Для чего эта хрень вообще? Феропод. Приманка. Ой. Клянусь фероподами. Ага. Таланга. Мы просим прощения. Невежливо общаться. Ненормальный. Блин, Вартигон, ты какой-то медленный здесь. Поторопитесь, доктор. Ну точно, спустя Half-Life 1, после прохождения Half-Life 1, который мы не проходили. Я развернулся тоже. Который мы проходили, если пройдем его, то прошло 20 лет. Я не удивлен, что спустя 20 лет Вартигон такой медленный. Если он так бежит, боюсь, я представляю, как Half-Life 1 бежал. Сейчас Фримена научат применять феноподы. Запоминай, как пасти муравьиных львов с помощью приманки. Окей. Фримен выломает феноподы и бросит один вот в ту яму. А, в яму. Справился. Фримен может заставить муравьиных львов атаковать врагов. О, да? Посмотри на манекен и отметь его феноподом. Ни хрена себе, я не хочу на... там Фримен стоять. Фримен превосходен во всем. Вся работа в Гаррис моде почти. Вернее, наоборот, в Гаррис моде все то же самое. Ой, а я чё, руководить могу? Уху, это здорово! Теперь внимательно! Надави на феропод, чтобы скомандовать муравьиным львам идти за работу! Фримен показывает превосходство во всем. Ага, спасибо. А теперь этот должен попрощаться. Новый проспект уже недалеко. Запомни все, чему научился здесь. Eli Vance верит в тебя. А чему я здесь научусь? Что кидать противника, кидать в яму и вызывать муравьиных львов, и все это, все, чему я научился? И это я должен теперь, твою мать, что, запомнить? Ты издеваешься, Вартигон. Итак. Давайте вспомним. Последний раз я выпускал видео где-то недель. Сколько? 2-3. Точно. Да, точно не недель 2 или 3. Назад. Просто хочу, ребят, заявить то, что Half-Life у нас будет активно выходить. И наплевать, даже если вот такие жесткие лаги идут непонятно по какой, блин, причине. А, это вот эта хрень лагающая. Ну хорош. Как ее выключить? Да выключись ты, мать.
ФБР Мерни. Отряд внешней охраны 6 Нова Проспект. Отключены ограничители периметра. О, да. Ой, слава богу, ладно, как норм. Особое внимание. Отключены. Еще одна хрень. Боже. Да хватит. Кончай уже это делать. Черт, своим щасом. Как я забыл. Бежим. Я пришел сюда спасти Элая Венса. Я никого не хочу убивать. Твою мать. Я патроны для марки. Чёрт. Блин. Походу, я нарушаю меры безопасности. Его мочить. Твою мать, ещё что ли? Господи, ты боже мой! Для чего мне нужен альф? Альф, для чего мне нужен? Ой. Ну завалить его, а то вообще никакого толку нет. Яма. Может, не без аптечки? Ничего, под прицел встану. Так, ребят. Вот мы видим, там прорисовывается. Не думайте, что у меня со стройками все печально. Нет, настройки у меня как раз ультра. Просто игра 2004 года. Из-за этого тогда вот игра могла. Давайте какие сбои. Да завалите вы его нахрен! Он меня нахрен не залупасит. Твою мать. А, так мне... Блять, мне туда надо. Давай попробую пробежаться, если меня не замочат. А я уже думаю, меня сейчас замочат. Всех моих муравьинов, любовь. Ну да. Так, как мы знаем, мы безопасны. Гранатомёт. Свалите его с ума. Тебя никто не слышит, парень. Можешь напрягаться. Опять свой флэр. А! Нет, снова эти хрени. А чё я парюсь? Вот вам гравикушка. А где? Озер? Назад! Тревога. Нет контакта объекта с отрядами перехвата. Отделение нарушителя номер один. Сотрудникам охраны Нова Проспект занять опорные пункты. Лидер 9 уничтожен. Ястреб 3 принят командование. У меня скоро такими темпами еще и закончится R2 и AR2. Задействовать резерв. Сдерживать вторжение извне. Да, отвлекайте их пока на себя. Твою мать, опять эта хрень. Подразделение периметра. Переместиться внутрь. Приготовиться к сдерживанию. А давайте попробуем. Приготовьтесь к авиаудару и заканчивайте. К авиаудару? Я
Не-не-не-не-не, нам так не нужно, нам никакой авиаудар даже не понадобится. Давайте здесь сохранимся. Ой! Они что, оба живые были? Я не хотел, извини. Итак, давайте идем сюда. Вот сюда. Да, вот сюда. Ай! Мне подзатыльник дал. О, нет! Просто только бежим, как только можем. Как можем быстрее. Что, что, блин, вообще столько? Как только можно быстрее. Давай, залезай. Не последний. Блин! Да иди ты нахуй! Обосрался, да? Вот именно, обосрался, и поэтому, блядь. Ну! Давайте, ребят, я думаю, здесь мы закончим нашу серию, и... фонарик, и продолжим в следующий раз. С вами был я, Мистер Найс, это была увлекательная серия, мне дико понравилось. Спасибо за просмотр. Всем пока, ребят. Удачи.